У нас не только город, да, у нас все муниципальное образование. Вы для себя график сделайте, пожалуйста. У вас есть Большой Утриш, у вас есть СУПО, у вас есть Витязево, Благовещенская. То есть там нужно все отмониторить и посмотреть, в каком состоянии там все находится. Потому что носиться вокруг центра города, это еще не значит, что порядок в муниципалитете. Перед управлением муниципального контроля та же задача – освобождать город и сельские территории от незаконных, некапитальных строений. На очереди объекты на улицах Черноморской, Пушкина, Таманской, Набережной. Договоры с их владельцами расторгнуты. Улица Горького, от Гребенской до Красноармейской. Ну, уважаемые жители, ну вы торгуйте, торгуйте, я не возражаю, да? Но почему надо опять торговать на тротуаре, я не могу понять. Но опять эти комбинации на тротуаре, трусы там, эти брошки, все на тротуаре. Ну есть же там где магазин. Ну и торгуйте во внутри своего магазина. Нет, надо разложиться вот так же. То есть в этом плане отрабатывайте, приучайте до сезона людей. Если они осуществляют какую-то деятельность, пусть у себя во внутри осуществляют, не на тротуаре. Поручение главы освободить город от незаконной деятельности выполняется сразу несколькими службами. Правовое управление ведет работу в юридической плоскости. О расторжении за нецелевое использование подано 63 исковых заявления. Удовлетворено 17, 15 расторгнуты по стадии расторжения. Отказано по 8 договорам аренды и в производстве 38. Идет работа по предоставлению помещений от застройщиков сначала муниципалитету, а затем общественным организациям. Хотела доложить, что общественные организации родителей и детей инвалидов «Радость жизни» предоставлено безвозмездное пользование помещения 50 квадратных метров по улице Объездной, 39. В завершении планерного совещания Юрий Поляков обратился к председателю общественного совета Александру Смирнову с предложением вынести на обсуждение общественности создание архитектурного объекта на проспекте Революции.